Приветствую всех на моем канале, меня зовут Владимир, и мы продолжаем проходить Dead Space. И сразу такое небольшое объявление. Получается, так как к моим видео с прохождением Dead Space проявляется мало интереса, то я решил сосредоточиться сейчас на других прохождениях и буду выкладывать серию Dead Space раз в неделю. Ну, это также связано с тем, что я не такой большой фанат ужастиков. А первая часть довольно-таки страшная у Dead Space, как оказалось. И еще одна. Блин. Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Valor. Это отлично. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Ну ладно, как аж. Так вот, она перебила нас. То есть меня. Айзек-то молчал. Я сегодня немножко устал. Ну, залили там пару миксеров бетона. Фундамент. Так что, мягко говоря, сейчас все болит. Так, нам идти, как всегда, далеко. Ладно, пошли. Что там с патрончиками? Патроны немного и... Короче, есть. Так. Ну, тут, как всегда, еще до сих пор не убрали. Дырка. Кто там? Кто там? Какая скотина решила тут? Открыть пасть. Сволочи. Так, магазинчик. Так, в сейфе ничего нет. Блин. Патроны не хочу покупать. Мне нужен костюм 4 уровня. А, еще 20 кусков насобирать. 25 точнее даже. Так, стоп. У меня же какой-то есть полупроводник. Так. Аптечки тоже не хочу продавать. Вот. Да, уверен. Так. Надо копить. Ух ты ж. Это говно уже сюда долезло. Как разрослось. Что-то у меня плохое предчувствие. Убегаем. Отлично. Рванула сзади. Уходим.
Сволочи. Уходим, уходим. Сволочи. Ух ты ж. Уходим, уходим. Вот это рвануло. Так, кто там еще? Сдохни, сволочь. Меняй. Меняй рыжбайку. Собака. Тут было весело. Да, Айзек. Сдохни, тварь. Сволочь. Еще кто-то будет? Карантин снят. Слава богу, блин. Аптечки так пошли нормально. Так, надо пособирать все. Тут патронов нет, тут патроны есть. Собаки ждали меня тут. И Айзека. Так, опять эти контейнеры полные, или это просто часть была закрыта? Так, 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 собираем патронтаж. Кредитики. Так, а то что? Еще кредит. Это хорошо. Так. Ну ладно, все, сейчас перезарядим. Патронами не ахти как. Что-то полное. Что там у нас? Да, не густо. Берем вот это. Вот эти открыты тоже. Отлично. Птичка. Те я открыл. Так. Это были патроны сюда. Хорошо. Так, куда нам идти? В лифт. Ну ладно. В лифт. Сохранимся. Так, и погнали дальше. Может забежать еще туда, там вот и верстак. Может там еще что-то есть. Или кто-то есть. Отлично. Патрон для огнемета. Еще перезарядим. Ладно, погнали. Куча всякого говна под ногами. Так.
Ага, на уровень 1 нельзя, только на уровень 3. Айс, дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают, будь осторожен. Наверное, это вот эта скотина, доктор Мерсер. Так. Пацаны, вы где? Кредитики. Патрончики. Патрончики. Это хорошо. Ну давай, вылазь. Ты сейчас все там подстреливаем. Ну давай, 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 попадайся. Блин, зараза. О, сдохла наконец-то. Блин, сколько патронов на нее ушло. Ужас. Ладно, огнеметик возьмем. Ух ты ж! Не. Не. Сволочь. Я еще что-то слышу. Может, там еще есть эти твари? Ага, вон оно. Блин. Блин, зараза. Так. Блин, у меня совсем патронов нет. Ух ты ж, блин. Чем мне в них стрелять? Блин, нечем совсем. Ну, есть пару зарядов еще. Так, а птичку сажать, что ли? Можно еще огнеметом порубать их. Сдохла? Или нет?
собака, не попал. У меня все по нулям. Блин. Ладно, сохранимся тут сейчас. Сейчас я пойду за патронами. А то без патронов тут совсем не айс. Блин. Зараза. Все пусто. Так, магазинчик. Сейчас хотел, конечно, накопить, блин. Но не получается. Надо покупать. Вот, возьму резак, еще возьму. Резачок надо перезарядить. И вот эту штучку тоже. Берем резак. Будем отстреливать сейчас этим тварям конечностей. Вот так тут получается. Твари довольно-таки живучие. А не было бы денег и что тогда? Даже страшно представить. Так, стоп. Так, чуть-чуть. Как ж так? О-хо-хо, классно, я зарядил ей. Эти все исчезли? Куда они исчезли? Мы сюда идем, там закрыто. Аптечка. Аптечка. Так, использовали аптечку. Так, что там по карте? Это ясно, я Айзек. По карте что там у нас? Так, впереди точка сохранения и резак. То есть не резак, а верстак. Там куда-то далеко. Ну ладно. Сейчас тут сохранюсь. На всякий случай. То хрен его знает, какая еще напасть нас ждет впереди. Правда, Айзек? О, пацан! Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь? Кто там? Кто там? Ух ты ж! А ну, сейчас возьмем кое-что помощнее. А вот так. Ах вы сволочи.
какая-то хрень нездоровая. Да. Ничего так. Заряды. О, рубиновый полупроводник, это 10 кусков. Сразу же. Ух ты ж, как нога отлетела. Так, а там... У нас что? Там где-то у нас точка сохранения. Ну ладно. И верстак. Ладно, тут я сохранюсь. И, пожалуй, продолжим уже в следующей серии. А пока, всем спасибо за просмотр вот этой лужи крови. Если вам понравилось, можете ставить лайки. Также можете комментировать данное видео. И... Если есть такое желание, можете подписываться на мой канал. И до встречи в следующей серии. Всем пока!